что я не понимала, где перед, а где зад, такой, ну, а вообще все тоже такой из разряда не вещь, которую можно носить. И я вообще шикарно, ну что, посмотрите на их плечи. Hi guys. Короче, сегодня я не знаю, что у меня с голосом. Короче, не важно. Сегодня у нас будет распаковочка чек. Снова. Вторая уже за... Вторая подряд, короче. Я не знаю как, я очень долго думала, о чем заснять, потому что у меня вообще не было идей для второго видео, чтобы оно вышло поскорее. И тут мне приходит посылочка, я думаю, вау, супер. Вот. Я думала придать этому видео какой-то хэллоуинский вайб, но следующее видео будет про Хэллоуин, так что не буду я никакого вайба делать, понимаете? А из этих вещей точно это подарок был, поэтому я не знаю, покажу я его или нет, я просто, возможно, скажу тому человеку, которому я это буду дарить, чтобы он не смотрел это, короче, вот. Если я его сейчас вытяну первым, то это будет вообще ужас. Начнем с этой штуки. Я сама в шоках, что это, потому что оно вот так гнется, это пластик какой-то. Но я помню, что это. Потому что я это давно хотела, потому что мне кажется, это очень полезно. Я очень надеюсь, это мне подойдет. Это вот такая штука. Короче, это альбомчик. Мини-альбомчик, вот так он сгинается для фоток на Polaroid. У меня есть очень много. Я надеюсь, что вот они типа, ну, по размеру подойдут. То есть я не влезу. Мне кажется, что они какие-то слишком большие, я очень на это надеюсь. Так он выглядит. И тут мы открываем, и тут по две штуки можно ставить с каждой стороны. И, короче, вот так вставишь, ну, типа такой, да? Давайте возьмем, например, какую-нибудь... На Polaroid тут вообще ничего не видно, потому что меня засветило. И теперь тестик я очень... Некто... Ура! Она подходит. Вот, короче, и они будут вот так везде. Вот, я очень хотела эту штуку, потому что у меня они просто лежат. Мне некуда их складывать, но теперь у меня будет альбом. Сейчас. У меня есть еще, короче, такие печатки. Блин, они не помещаются. Я надеялась, что они тоже поместятся, но они не помещаются. Короче, топовая штука. Ставлю лайк. Вот такую вот мы возьмем, следующую тоже такую. Из разряда не вещь, которую можно носить. Не, ее можно носить, я помню, что это. В плане не из одежды, а из accessory. Визиточку, да? Top seller on AliExpress. Понятно? Короче, это такие сережки. Они такие большие, я думала, они будут меньше. Я думала несколько минут, какие мне взять, типа серые. Или золотого оттенка. Потому что, ну, я не знала, что мне лучше подойдет. Но в итоге я остановилась на таких. Мне кажется, они ко всему будут подходить. Потому что у меня и так вот эта сережка, она золотая. И мне кажется, смотрелось бы, ну, так. Интересно, если бы это было серым. И как бы золотой и серый. Ну, короче, я все-таки выбрала золотые. В принципе, окей, мне кажется, они крутые. Я надела одну. И они очень массивно смотрятся. Ну, чтобы они очень широкие. Ну, так сидеть, типа... В принципе, они смотрятся ок, но, если честно, когда ты смотришь это вблизи, то это очень большое, мне кажется. Ну, сойдет. У них вот такой очень сложный механизм. Здесь иголочка, и эта штука, она вот так делается. И то есть, она может не попасть в дырочку, она может не попасть в иголочку, она может попасть рядом. И... Как бы, когда ты застегиваешь на ухе, ты особо не видишь. И в этом прикол, что сложно застегивается. И попасть в эту штуку я сейчас даже не могу. Просто, типа, не говоря уже о том, что это должно быть на моем ухе. Вот, я еле попала. Переходим к вещам. Ура! Я понимаю, что это. Потому что вот в такие пакетики обычно упаковывают топы. А я заказывала топ. Нет, это не топ. Это, короче, футболка. Я заказала себе футболку с Ланой Дель Рей. Я думаю, многие знают, кто это. Вот. Куда я в ней буду ходить, я без понятия. Возможно, на треню, но это еще не факт. Я заказала в размере XXL. Смотрим. Это выглядит, как будто бы это размер M.
честно. Вот, потому что она очень короткая, ну, достаточно, относительно короткая. Вот. У меня ниточка торчит. Никто не удивляет AliExpress, потому что здесь... Что это за шов? Вот они хотели зашить, вроде все красиво, да? Вот с этой стороны все нормально зашили, там и рукав, и все такое. Это... Что? Здесь у нас Слана... Я не особо... Я слушаю ее. Но не фанат, как бы, но просто мне понравилась футболка с ней, поэтому я заказала бы. В принципе, не такое уж и просвечивающее, но оно прям тянущееся. Вот. Ну, качество AliExpress, пускай вы поняли. Я делаю эту футболку, и я вообще в шоках, потому что, ну, посмотрите на эти плечи. Мне кажется, они выпирают как-то в бока. Мне она, короче, вот такая. То есть она недостаточно... Ну, она как бы длинная, но вот, ну, вроде как бы и длинная, вроде как и нет. И я не понимаю, сами решайте, для кого она длинная, для кого она короткая. И вот это подарок. Внимание. Не смотри дальше тому человеку, которому я сказала. Не смотреть. Это как дисклеймер, понимаете? Это та же самая футболка, просто без рукавов. Я не знаю, какую я подарю все-таки, ну, типа, с рукавами или не без. Мне все равно, какую мне носить. Мне кажется, они обе, в принципе, но будут, типа, парные, но, типа, не парные, потому что одна с рукавами. По качеству то же самое, оно тянется. Я думала заказать с рукавами, но, понимаете, так было дешевле. Заказать среднюю вещь. Это я знаю, что это. Это вроде платье. Вообще, уже страшно. Окей. Оно выглядит как бархатное. Ну, вроде оно и было бархатное, просто такое черное. Почему столько шума, я не знаю. Я, кстати, думала в нем пофоткаться завтра. Я думаю, блин, почему оно не пришло? Я думала вчера в нем пофоткаться. Точнее, завтра. Но я такая, оно не пришло. Потом вижу, что посылка пришла. Я такая, ура! Но я думала, пришла одна вещь только. А оказалось, все пришли. Вообще топ. Оно пахнет как какой-то зубной. Или я не знаю, чем еще. Короче, оно такое, типа, бесплечное, понимаете? Должно быть топовое. Просвечивающее вроде немного. Но оно что? Не, оно не просвечивает. Просто на свету. Например, я вижу вас. Нет, я вижу вас. Не знаю, видите, типа, меня. Но оно чуть-чуть просвечивает, так что оно реально пахнет зубным. Я не могу. Нитки не торчат. Ну, вроде норм. Я вам сказать, что я не понимала, где перед, а где зад, потому что был вот такой небольшой вырез, а сзади его не было. Я думаю, так, ну, где должно быть? Но все-таки оно с плечами, ну, небольшими, ну, не важно. Наверное, вы видите, что оно очень короткое. Здесь вырез еще небольшой. Оно, короче, очень короткое, ты хочешь его все время поправлять. Но вот ты потом ходишь, и оно задирается на зад. Короче, это уже топ, я посмотрела. Я думала, там очень много букв, но я потом поняла, что это топ с зеброй. С открытой спиной. Ура! В последнее время, видимо, я заказала с открытой спиной очень много. Почему вначале, типа, такое большое расстояние между полосками, а под конец оно как-то сужается, и нам так не кажется, особенно в центре вот здесь. Я после прошлого не люблю топы на завязочках сзади, потому что это очень сложно завязывать. Вот. Ну, для кого вроде нормальный, не такой, для меня прям. У него есть шейка, ну, такая, воротничок. Который сшит в два слоя. Ну, как его сшить? Вроде никакие нитки не торчат. Качество очень похоже на качество той футболки. Оно тоже тянущееся. Но оно, кстати, не просвечивает. Я серьезно. Я не очень понимала этот топ, потому что здесь оно вот так вот становится. Поэтому я его не понимаю. Но, в принципе, он круто смотрится. Baby, I wanna touch you. I wanna...
ребятки, всем пока. На этом все. Ждите новое видео, которое будет про Хэллоуин. Как я тут все украшаю. Как я праздную Хэллоуин и все такое. Всем пока.